Что касается Mercedes вообще и особенностей того, на котором мы сейчас ездим. Mercedes S-класса появился в конце 70-х годов, аккурат после того, как Германия более-менее восстановилась после Второй мировой войны. До этого, извините, машин такого уровня не делал никто. И в 91-м году вышел вот этот дивный двигатель V12, который установлен здесь. Mercedes-Benz S600, безусловный флагманский корабль всей линейки Mercedes'ов в 140-м кузове, был зачат в 1981 году. Машина была полностью новой и не сохранила никакой привязки к предыдущей 126-й серии. Справедливости ради отметим, 126-я серия – это идеал качества и надежности. Но все было решено переделать. Все, и подвеску, и внутреннее оснащение. И в некотором смысле инженеры даже переинженерили. То есть машина получилась предельно сложной и навороченной. Первый же экземпляр 140-го увидел свет в 1991 году в марте на Женевском автошоу. Машина производилась вплоть до 1998 года и имела ряд революционных новшеств, некоторые из которых недостижимы и для сегодняшнего дня. Двойные боковые стекла, системы программирования всех зеркал под каждого водителя, электрическое зеркало, программируемую коробку, систему паркинга, моторчиков в передних сиденьях аж 12 штук, доводчики дверей и багажника, управляемую шторку заднего стекла и многое из того, что сейчас найдешь только в S-классе. Отдельная песня – 12-цилиндровый мотор мощностью в 408 лошадиных сил и с крутящим моментом 580 ньютонов на метр. Именно поэтому модели до 93 года включительно пользуются дикой популярностью и сейчас. Да потому что позднее шикарный мотор задушили в угоду экологам на 30 лошадиных сил. А этот автомобиль без переделок разгоняется до сотни за 5,6 секунд. Круче есть только AMG, но это другие деньги. Всего же за всю историю выпуска моделей новых русских из 90-х было сделано 450 тысяч автомобилей в этом кузове, в Штутгарте и в Тулуке. Но только S600 позволяет вам понять, каков должен быть идеал. И при этом как вы будете ездить на машине, а не на отстое. Можно ли Mercedes сравнить с BMW и Audi? Однозначно нет. Это немножко другой соус, и никогда никто рядом стоять не будет. Что касается Bentley, Rolls-Royce и всего остального, ну да, достойные машины, примерно той же ценовой категории, может быть чуть-чуть подороже. А, кстати, сколько стоит новый Mercedes S-класс, я вам сейчас скажу, это 8 миллионов практически. Если туда добавить буковки AMG и Brabus, это будет 10-12. Если B5, B6, B7, это до 15 миллиончиков.